Друзья, всем привет, кто зашел в гости. Хочу вам снять вот на свои покупочки, новиночки, подарочки. Небольшое видео. Ну, земля у меня тут составлена. Немножко вот угольку добавила. Там у меня хоть был уголь, я еще вот шашлыки жарила. Я думаю, дай-ка я добавлю угольку еще чуть-чуть. Так у меня земля вот уже составлена. Я всегда много составляю. Потом в пакетик, чтобы всегда она была во влажном состоянии. Ну вот сейчас заодно новиночки покажу пересадочку. Или перевалочку. Не знаю, что у нас будет. Вот. Ну вот дочка мне привезла 2 гипоэстоса. Я думаю, их может в одну посадить. Сейчас посмотрим, какая корневая у них. Вот это вот видно. Вот не очень там корешки. Ну, есть он маленькие такие. Я думаю, он немножко у нее подвял. Они у нее на балконе ставились. Сейчас уже отошли. Это мне вчера их привезли. Вот. Уже отходят. Я думаю, сейчас посмотрим. Гипоэстас. Хочу беленькие горшочки посадить. Я люблю беленькие. О, корневая какая хорошая. Тогда придется, наверное, большой горшочек их посадить. Ну, даже вот в этот придется беленький большой. Так, это сейчас уберем. Точно, наверное, придется большой, потому что все-таки 2 будет. Опа! У меня земля, я знаю, что у нее земля всегда хорошая, все. Из-за горшочка все-таки 2 хочу посадить. Вот. Я пока вот так поставлю сейчас. И еще один сейчас откроем, посмотрим. Сейчас тут горшочки уберу. Вот, а тут вот плоховато видно. Сейчас посмотрим, тут корневая. Ой, как не достану. Ох, тоже очень хорошая корневая. Ну, сейчас 2 вместе посажу. Вот, они будут посимпатичнее. Вот. Здесь сбоку подсыпем этой новой землички. Вот. А потом еще корневая подрастет. Я ее приподниму. Но видите, я не до конца там посадила, чтобы не так глубоко было. Подрастет корневая, я подниму вот так вот. Подсыплю землячки, еще в этом горшочке будет тогда у меня. Вот. Немножко утрамбовываю всегда. А то, чтобы пустот не было. Потом пролью HB101. Так, вот один посадил цветочек. Так. Вот колиус. Black Dragon называется. Это она выращивала из семечек. Тоже бы хотелось в горшочек такой. Сейчас посмотрим. Тут у меня много горшочек всяких. Посадить. Какой его посадить? Я думаю, уж колиус вот такой беленький, что ли, посадить. Да, наверное, вот в этом посажу. Корневая там, о, какая мощная. Гляньте, какой красавчик. Сейчас тоже насыплю чуть-чуть. Вот, сейчас вынем. А вот перлит, я люблю тоже перлить, все корнять. А перлитик можно в ту землю опять насыпать, где у меня составлены. Он пригодится. Ух, и корневая мощная, конечно. Я не буду сильно обтряхивать, ничего, чтобы он сильно не переживал. Ничего страшного. Колеса, они живучие. Я сейчас высадила там на улице. Ну, не сейчас, уже месяца, наверное, полтора он у меня сидит. Там красивый, красивый. На следующий год летом будут всегда высаживать эти на улице колеса. Хочу еще семян взять. Или вот дочка, может, опять возьмет. Попробовать-то она у меня все любит такие заниматься. Вот. Вот он какой красавчик. Красивый прям.
Вот. И вот еще у меня две новиночки. Это мне прям сегодня на дом привезли, хотя я очень далеко живу. Но ей было по пути. Вот Хоечка Абаватова Регата. Вот. Наверное, я сейчас вот этот горшочек там. У меня вот горшочек по высоте похожий. Немножко землички сюда посыпем. Вот. Вытащим. Теперь у меня будет... Это вот 11-я Хоечка. Потом сейчас еще вам одну покажу. Ох, никак. Поглядите, как... какая корневая, видать, очень хорошая. О! В торфе сидит прям торф у ней. Так вот. Нормально. Нормально. По высоте нормально. По бокам сейчас обсыплю. Отлично. Девушка тоже в нашей крае где-то живет. Ну, далеко от меня. Километр на 30. Но она говорит, я буду по пути ехать и вам завезу. И вот сегодня привезла. Я прям рада. Ну, там договорились. Она говорит, еще у меня там какие-то две или три хоечки суперские. Как раз мне их надо. Я тогда на следующий месяц у нее, наверное, закажу. А то в этот раз у меня что-то много чего купила. Так. И еще одна. Сейчас покажу вам Матильдочка. Сейчас покажу. Тоже для нее маленький горшочек. Она вообще вот мини-мини сидит, как в горшочке. Вот этот уголь прям большой, надо поменьше чуть-чуть. Вообще крохотулечка. Ну, корневая, конечно, вообще супер-пупер. Ой, друзья, сейчас я, подождите. Посмотрите. Ну, красота, ну, красота. Как же я хотела вот этот. Мне еще, конечно, там много чего в новиночках. Ну, штук, наверное, 10 у меня хоечек еще есть в хотелочках. Ну, вот теперь 2 исполнились. И еще там кое-какие. Теперь еще девушка сегодня мне сказала. Еще какие-то у нее суперские хоечки. Ну, ладно, давайте-то. Так, друзья, обязательно обминаем края, чтобы пустот не было. Вот. Ну вот, я думаю, месяца на 2 я их пока посажу, а потом месяца через 2 тогда, если нормальный ростик будет, то еще пересажу побольше тогда. Друзья, ну вот он, красавец. Друзья, ну вот так, такие цветочки у меня. Вот, новиночки. Друзья, всем спасибо, кто был со мной, кто заходил в гости. Заходите в гости, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, друзья!